Всем привет, на канале Easy Games. На связи Алекс. Сегодня попробуем пройти игру Капитан Америка и Мстители. Собрав команду самых отъявленных негодяев, Красный Череп начал завоевывать мир. Он потратил все свое состояние, чтобы нанять этих головорезов. Для полного подчинения их своей власти он использовал машину управления мозгом. Теперь он контролирует каждый их шаг. Вперед, мстители! Нельзя допустить свершения этих опасных, ужасных замыслов. Уровень 1. Мстители. Да, играем на приставке Sega Mega Drive. Оставь их мне. Ты не мешай нам. Да, а почему нет? Так, одного сделали, второго сделали. Ребята, видать, грабили банк, а мы им помешали. О, помощник идет. Это у нас зеленого гоблина, этого, по-моему, зовут Смерч. Так, одного завалили. Вот и Смерч. Тебе от меня не сбежать. Посмотрим еще, кому придется убегать. Готов Смерч. Давай еще бочкой его закидаем. Атака Смерча оказалась отвлекающим маневром. В это время были захвачены другие города. Поспешите, мстители. Уровень 2, захваченный город. Окей. А чё он? Смотри, какой гад, а? Вот так, если тебе пойдет. Эй, держи! Спасибо, Вандермен. Полетели. Ну, полетели.
Это наш помощник. Это мотылек. Человек-мотылек, я его называл в детстве. Но он, по-моему, есть мотылек. Хотя я не поклонник Марвел. Мало кого-то знаю поименно. По крайней мере, он похож. Чувак с крылышками. Маленький. Здоровенный робот, Оптимус Прайм, наверное. Я убью вас всех, хотя он злой, поэтому, наверное, Мегатрон. Завалили Мегатрона. Бери, в кого он сейчас кинем. Вот в этого и кинем сейчас. Ты что тут прилетел? Куда ты собрался? Ух ты, нифига себе. Вот это подстава была. Прилетел, блин. Вот ты из-за экрана сзади. Ой, блохи. Ой. Гады. Ладно, летите себе. Ты здесь умрешь. Ой. Да что ты? Я вот это хотел сделать. Ух ты, нифига метко стреляет, гаденыш. Ай. Все, готов. Какой-то Карлсон тут прилетел. Жестокий убийца снова пришел в сознание.
и Красный Череп приказал ему во что бы то ни стало покончить мстителями. Ой, чего-то там не успели. Чего-то там не успели прочитать. Уровень 3. Угрозы из глубины. Как ты мог так низко пасть? И вы, жалкие супергерои, сидели бы дома и молчали. Ай. Тут гад, а? Да чтоб тебя, ты что ты? Не получается. Четко-то по тебе врезать. Все, готов. Они внизу под водой. Спасибо, подводник. Говорит Кэп и ныряет в воду. Подводник куда-то полетел, точнее поплыл. Я из тебя сделаю морскую капусту. Не попробуй. Так, торопиться не будем. Ой, чуть не поймал. Мог бы поймать запросто. Сделали мы этого засранца. Из него сделали морскую капусту.
Ай, поймал все-таки, а. Да отпусти ты. Этого чувака, по-моему, зовут Мандарин, да? Так тебе, мандарин, блин. Красный череп ржет, тебе не победить меня. Мстители нашли убежище красного черепа и раскрыли его планы. Он хотел основать базу на Луне и оборудовать ее гигантской лазерной пушкой. Если его планы осуществятся, это приведет к полному уничтожению не только Америки, но и всей планеты Земля. Уровень 4, лазерная пушка. Ну, по сути, два уровня осталось. И мы летим на Луну. Тоже на каком-то шаттле, космическом корабле летим. Все, прилетели. А, я вроде по тебе попал, не? Не попал, что ли? Пес опять повылазит из дверей, да? Подходи ко мне. Иди отсюда. Подчинись мне или умри. О! Ой! Ну все, ну первую жизнь слили. Да что ты? Не канает, короче. Вообще ничего на нем не канает. Никакая тактика. Вообще не знаю, как это засранца мочить. Никогда не умел. И никогда не... И спустя 20 лет не научился. Ну, завалили, ладно. С горем пополам. Так, блохи. Блох выносим. Не надо тут нам. Блох. Че, успел, да? Все-таки пом... Ой, на блох-то я зачем прыгаю? Ну, капец. Че-то я... Так хорошо шел пол игры. Ты какую-то херню стал делать.
Блин, окружили просто. И отсюда. Так, кто следующий? Следующий будет уже кто-то из боссов, да? Говори, где лазер? Спроси у полиции. Вот гад, а! Все, завалили. Досранца. Монтаж лазерной пушки уже завершен. До выстрела осталось совсем немного времени. Поспешите, мстители, не дайте этому произойти. Уровень 5. Конец красного черепа. Так, ну последний уровень. 5 жизней. Шаттл улетит. Сейчас мы ему полную войску накидаем в щиток. Да, отлетался. Далеко летим, блин. Как понял, мы были на Луне, а сейчас... А, вот сейчас на Луну летим. А до этого база где была, не на Луне, получается? Где мы этого? Вот большая лазерная пушка. А Леон нам только дал координаты, надо ее уничтожить. Тот дурачок, который говорил спросить у полиции. Так, разнесли лазерную пушку.
Так, и кто нас тут ждет? Нас тут ждут. Ой, блин, все-таки успела. Что это? Где? А, пол провалился, вот что. И мы катимся вниз. Юху! Все, приехали. Сейчас кого-нибудь кинем. Нет, не кинем. Ты в ловушке. А. Слышь? Да. Вот тоже любители обниманцев. Ой. Так, одного сделали. Ах ты, ну вот ты вовремя вообще тут. Так, и второго сделали. Ну, здоровье они нам, конечно, попортили, гады. Так, ключ гаечный в кого кинут? Блохи. Блин, 16% всего здоровья осталось. Так, ты кто? Дальше ты не пройдешь. Ой, прям на ножи сам. Да что такое-то? Чит что-то как-то срабатывает. Не срабатывает, точнее. Блин, нормально он нам здоровье поснимал. Это нифига мы в одном прыжке сколько вынесли. Остановись, красный череп. Прощайте, мстители. Ты не уйдешь от нас, мы везде найдем тебя. Слышишь? Уже, по-моему, не слышит. Так, чё тут, кто нас ждет? Вот побежал-то так. А я бил же уже по нему. Какого черта он успел? Да. Вот так тебе, понял? Вот и красный череп. Ты не сможешь бежать. А я и не собирался. Вот козел красноносый. Жестко бьет, блин. Че у него, нога-то титановая? Так, тогда он уже... Вот так тебе. Эй!
Готов? Нет, не готов. Что это? Это еще одна ловушка. Вы глупые людишки. Ха-ха-ха. Ты узнаешь, что значит слово «правосудие»? Ой. Просто мочим его. Ой, он нас поймал. Трех жизней нам должно хватить, чтобы его победить. Да, пошел ты. Эй, поймал. Да, блин, я только подошел к его ноге, чтобы его нахренячить. Тут уже никакой тактики, просто обычно луплю. Да, я понял. Все, получил. Эй, сюда. Спасибо, Вандермен. О, опять Вандермен прилетел. Окей, поехали. И мы сваливаем с базы на Луне. Как всегда, она взрывается по закону жанра. Это мы, да, сваливаем на Землю. А этот живой гад остался. Благодаря отваге и доблести наших героев, мстителей, коварные планы Красного Черепа сорвались. И жители Земли могут опять вернуться к нормальной жизни. Но для Мстителей битва еще не закончена. Пока в мире существует зло, они всегда будут готовы противостоять ему во имя справедливости. Ну что ж, все. На этом мы прошли Капитан Америка и Мстители на Sega Mega Drive. До новых встреч. Всем пока. Заходите в гости. Берегите себя. Пока-пока.